Всем привет! Я продолжаю делать забрала на Армед Грифон. И в данном случае вы видите, что уже частично сделан подбородок, то есть нижний забрал.
Наверное, самые понятливые, те, кто разбирается в доспехах, уже успели удивиться. А что это у меня за две такие фигни сразу были сделаны? В этом месте у меня должен был быть разрез, и я должен был это место заварить. Но поскольку я делаю видео, и мне хотелось, ну так уже, понтануться, скажем так, то я сделал его цельным. И именно поэтому такие вот отростки у меня остались, которые я сейчас срежу. Забрало тоже я, обычно делаю сварное, потому как это быстрее, дешевле и работает точно так же. В 12 часов 30 минут у меня пошло на то, чтобы изготовить нижнее, верхнее забрало и доправить купол. На самом деле это не хороший показатель. Форма для меня не изучена еще, вот именно этих забрало. Двух забрал. И я, откровенно говоря, лажал. Мне пришлось переделывать линию эту, вот это ребро. Я его сначала сделал ниже, потом передвигал. В общем, тратил время на исправление своих ошибок. И с подбородком тоже, возможно, увидели на видео, что я сначала сделал его довольно низким, таким вытянутым вниз. Но потом понял, что форма сбоку выглядит не очень органично с таким подбородком. И я его немножечко забил сюда, затянул обратно. И еще один момент, который я исправлял, это вот эта вершина шлема, вершина купола. Она была смещена назад чересчур, и мне показалось, что артефакт, по которому я делаю именно этот купол, все-таки ближе к центру, поэтому я тоже его перетащил. В общем, из-за этих всех нюансиков всего лишь на два забрала у меня ушло практически 13 часов. Хотя на самом-то деле на каждое из них должно уходить не более чем 3 часа. На этом все. Спасибо за просмотр. Лайки и комментарии, безусловно, помогут мне делать канал лучше и развивать его дальше. За подписку отдельное спасибо. Всем пока!